Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале «Строю сам». И сегодня мы будем ставить обсаду в окна и используем новую штуку. Раньше всегда вырезал пилой, даже у меня есть видео. Друг принес такую штуку, штроборез, и мы сегодня попробуем сделать ей. Мне кажется, ей намного проще, удобней, ну и намного быстрее. Ну, вот такую штуку нам дали попользоваться. Там есть такие пластины, по ней выставляется, можно выставить середину бруса. Выставили мы уже заранее, этот момент я заснять не успел. И вот начинаем идти как бы снизу вверх. Вот, фреза врезается достаточно легко. Хотя сам приборчик такой достаточно тяжелый. Но скорость воспроизведения, конечно, намного быстрее, чем идет пилой. Ну и самое главное, что получается очень-очень ровно, очень аккуратно. Можно ничего не прочерчивать. Вот, потом выпиливать. Достаточно пройти вот этой штучкой один раз. Толщина фрезы несколько меньше, чем толщина бруска. Поэтому в нашем случае настроено так, что пройти надо два раза. То есть идет немножко со смещением в правую сторону. Вот мы прошли один раз снизу вверх. И сейчас его перевернули и идем второй раз. Вот в данный момент сверху вниз. Вот, и он как бы чуть-чуть еще на несколько миллиметров расширяется. И тогда вот этот брусочек у нас спокойно туда вниз залезет. Ну а сама скорость, с какой выполняется данная работа, я думаю, хорошо видно по видео. То есть за это время, в принципе, если бы делал по старинке пилой, я бы успел бы только, наверное, начертить все это. Ну, может быть, сделать зарезы по краям. А так, видите, получилось вот одинаковая глубина, что самое главное, что пилой сделать тяжело. Ну и по толщине можно даже ничего не чертить, достаточно один раз просто выставить. Но вот здесь мы видим яркий пример превосходства новой технологии на старой. Стенка тонкая, и она немножко изгибается. По старинке нам бы пришлось приколачивать доски, равнять, чтобы ровно пропилить. На данный момент этого не требуется. То есть вот она тонкая, довольно кривая. Поставили приборчик, зафиксировали и просто пропилили. Когда вставим сюда брусок, он автоматически выровняется. Вот. Все сделали довольно быстро. Ну, эта стенка ровная. Равнять ее не требуется. Вот. И, в принципе, быстро-быстро все сделали. А вставлять будем вот такие заготовки. То есть не брусок отдельно прибивать, а к ним доску. А уже вот на станке выпилили. Нам заказчики привезли, а мы только будем их вставлять. Ну, установка ее стандартная. Поставили в паз. И снизу можно забить уже наверняка. То есть он усадки не даст. А здесь он будет дальше скользить по вот этому упирающему бруску. Нижний крепится мертво, а там не крепится совсем. То есть ее потом разопрет окном. Вот видите, несмотря на то, что, как я уже говорил, он был кривой, мы спокойно выпилили, и все получилось просто отлично. Заготовки в проемы уже сухие, обработанные.
Вот. А мы на них еще дополнительно набиваем джут. И сейчас покажу, как мы их быстренько за 5 минут установим. Ну вот передний план наполовину готов. Средняя стенка, которая была очень-очень кривая, вот она полностью выровнялась. Ну то есть, в принципе, так получается довольно хорошо. И самое главное, что мне понравилось, очень аккуратно, но намного, конечно, аккуратнее, чем делаешь это пилой. Где-то больше, где-то меньше. Хотя, вот где я пилил в прошлом видео, у меня получалось вот тоже миллиметр в миллиметр. Брусок туда запихивал 50 на 50. Вот, ну здесь-то вообще идеально. Ну, возьмем на вооружение, и, в принципе, можно будет прикупить такой инструмент, и на любом деревянном доме есть 25-я фреза, то есть с одной стороны пройти и с другой. И получится там 40-50 сантиметров, куда можно будет вгонять брусок. Не надо будет контролировать вот эту толщину запила. Ну, будет намного-намного проще. В принципе, это можно будет делать даже на бревнах, у которых есть окосячка. То есть равняют так бревно под окно, и по нему тоже можно выставить. И, в принципе, пройти, я думаю, будет, конечно, намного интересней. Вот, как говорится, век живи, век учись. Работаем, работаем, а все по старинке. А оказывается, вот есть такая фигня, которая сильно облегчает жизнь. Вот так мы сделаем эти проемы часа за два. А так бы я тут только пилил бы, наверное, день. Потому что проемов достаточно много. Видите, там два окна, тем более вот в тех окнах пилить было бы совсем неудобно, потому что пила еле-еле бы влезала. Там окна, наверху окна. То есть время мы сэкономили. Очень-очень-очень рекомендую своим собратьям взять на вооружение. Ну, естественно, кто-то уже так делает. Это для меня такая новость. Вот. Ну, тем не менее, кто не знает, welcome. Ну, на этом видео закончено. Если остались вопросы, оставляйте их в комментарии. Всем пока.